Привет! Вы на канале Олег Ас, и я продолжаю рассказывать историю ХВЗ. В прошлой серии мы узнали, почему в Харькове возникло производство велосипедов, каким был первый харьковский велосипед, и почему фабрика Лейтнера из Риги переместилась в Харьков. Остановились мы на Октябрьской революции 1917 года. Она изменила жизнь всей страны. Не стала исключением и велосипедная фабрика Лейтнера. Разумеется, ее национализировали, разграбили, а потом разрушили за годы гражданской войны. Когда свистят пули, раз, разумеется, речь не идет о выпуске велосипедов. И только в 1923 году... Харьковский губ исполком решает возродить производство велосипедов. С этой целью 13 ноября 1923 года появляется постановление под номером 89, в котором предписано объединить бывший завод Лейтнера с фабрикой стальных канатов Блейхера. Его, разумеется, тоже национализировали. И в течение два с половиной месяца в новообразованному заводу ХВЗ приступить к производству велосипедов. Но написать на бумаге легко, а на практике у предприятия просто не было материала, из которого нужно было изготавливать велосипеды. И тогда на помощь пришла смекалка. В складах предприятия обнаружились казацкие пики, которые по своему диаметру в принципе подходили для производства велосипедных рам. Изгибали их вручную, предварительно насыпав вовнутрь песка и закрыв отверстия бумажными пыжами. Так в неимоверных условиях практически вручную были изготовлены первые велосипеды еще под революционным чертежам фабрики Лейтнера. Уже в 1924 году завод ХВЗ выпустил более тысячи велосипедов. Его опекал всеукраинский староста Григорий Иванович Петровский и завод впоследствии получил его имя. Однако казацкие пики быстро закончились. И для производства велосипедов необходимы были комплектующие. Их практически на 100% приходилось закупать за границей. Так в Великобритании покупали стальные трубы для рам, проволоку для спиц и пружин, покупали шины, покупали втулки, все это импортировалось, и поэтому велосипеды были достаточно дорогие. И только в 1926 году в производство запускается уже первая модель, разработанная молодым предприятием ХВЗ, которая получает имя Украина. Почему она была так названа? Ну, существует несколько версий. Я остановлюсь лишь на одной из них. Дело в том, что фабрика Лейтнера, когда находилась в Риге, выпускала велосипеды под брендом «Россия». И поэтому, чтобы сохранить некую преемственность и подчеркнуть территориальную принадлежность нового завода, был выбран бренд Украина. Велосипед получился довольно удачной конструкцией. Он комплектовался уже втулкой типа торпеда и пользовался довольно большой популярностью. В 1927 году встал вопрос модернизации нового предприятия. Дело в том, что э, до сих пор большинство процессов было э, ручными, либо э, очень непродуктивными. Ну, например, для того, чтобы произвести втулку, э, брался пруток диаметром 60 мм э, и э, обрабатывался, при том с отходом э, в стружку до 70%. В 1928 году ХВЗ выпускает 11 тысяч велосипедов. В 29-м 21. В 30-м году 37 тысяч. В 31-м 36. А в 32-м году ХВЗ впервые преодолевает планку 50 тысяч велосипедов. Стоит отметить, что к тому моменту ХВЗ уже является флагманом велосипедной отрасли всей страны. Например, в 1932 году здесь выпускают первых 20 мотовелосипедов с подвесным бензиновым двигателем. Через несколько лет будет выпущена еще одна опытная партия из 70 штук, оснащенная также бензиновым двигателем с ременной передачей на заднее колесо. В 1934 году ХВЗ осваивает выпуск подростковых велосипедов. И, между прочим, их объем производства составляет 38 тысяч штук. В 1935 году началось производство детских велосипедов. И в это же самое время ХВЗ приступает к разработке и выпускает первые 14 спортивных велосипедов. Подписывайтесь на канал. В следующих сериях я расскажу, какое же было второе поколение велосипеда Украина и почему ХВЗ сделал продолжительную паузу.